Привет! Добро пожаловать на игру «Кто хочет стать миллионером?» Сколько вопросов вам задают в день? Не меньше тысячи. Как дела? Сколько времени? У тебя на воротнике помада? Ответив всего на 12 моих вопросов, вы можете получить 1 000 000 фунтов. И у нас 10 новых претендентов, жаждущих оказаться в нашем кресле. Все они подали заявки, позвонив на нашу горячую линию. Знакомьтесь, Джефф Эштон из Саффолка. Кристин О'Кейн из Камбрии. Майкл Дернли из Уорикшира. Артур Волл из Большого Манчестера. Боб Майнет из Корнуолла. Колин Кинг из Западного Сассекса. Джон Грей из Суррея. Алан Хассел из Вустершира. Фил Мэхью из Гэмпшира. И Джен Рассел тоже из Гэмпшира. Если оценивать, как они машут, я бы дал только 15 фунтов. А сейчас соревнование быстрых пальцев, чтобы узнать, кто из наших претендентов первым выйдет в центр и попробует выиграть 1 000 000. У нас 1 вопрос, 4 ответа, но всего 1 верный порядок. Посмотрим, кто обойдет всех. Прошу зал не отвлекать, им надо собраться. А вот и 1 вопрос. Расставьте эти фразы так, чтобы получилось начало знаменитой песни. Дети у твоих ног, где ты средства, леди Мадонна, возьмешь для них. На некоторых лицах полный ужас. Если вы не фанат Битлз, вопрос покажется сложным. А вот верный порядок. Леди Мадонна. Дети у ног твоих, где ты средства возьмешь для них? Не думаю, что справились все 10. Вот кто угадал ответ. Почти все, быстрее всех, Джен Рассел за 4,11 секунды. Вы так же удивлены, как и я. Весело, да? Хотите сыграть на 1 000 000? Естественно. Да, хочу. Так идемте. Джен Рассел из Комптона, что в Винчестере. Она работает в Совете графства с тех пор, как в 16 закончила школу. Ее должность – председатель счетной комиссии, что включает написание отчетов о выборах. Однажды она заметила, как один из наблюдателей следит за ней. И сейчас, спустя 14 лет, он сидит в зале и улыбается, как маньяк. Это ее муж, Гарри. У Джен 2 взрослые дочки от прошлого брака, 1 внук и 2-й на подходе. Если Джен много выиграет, она не будет делать много покупок, а просто уйдет с работы, чтобы проводить больше времени с внуками. Что ж, посмотрим. Чтобы стать миллионером, надо ответить всего на 12 вопросов. И в этом ей обязательно помогут наши подсказки. 50 на 50, звонок другу и помощь нашего всезнающего зала. Просто вижу по их глазам. Удачи, Джен, мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?». Поболтать еще успеем, а сейчас 1 вопрос на 500 фунтов. И у вас 3 подсказки. Закончите название сериала «Танцы на...» 3 точки, знак вопроса. В воздухе, льду, желе, голове. «Танцы на льду», Крис. Верно, и у вас 500 фунтов. Джен, должен сказать, сейчас будет последний шанс уйти ни с чем, но у вас 3 подсказки, а значит, этого не случится. И 2 вопрос принесет вам несгораемую 1000. Каков традиционный вкус конфеты Stick of Rock? Шоколад, лимон, мята, миндаль? Ответ С. Мята. Ответ верный, у вас 1000 фунтов, Джен Рассел. Вы спокойны? Я бы так не сказала.
Паникуете? У меня трясучка? Нет, у вас трясучки. Будьте позитивны. Вы сказали, что материальные ценности для вас не главное. А сами пришли на игру, где можно выиграть миллион. Да. Значит, где-то в душе все равно. Нет, я хочу попробовать вернуть часть своей жизни. Если денег станет больше, а работать придется меньше, я смогу чаще видеть внуков. Ну, вы понимаете. А материальное меня почти не интересует. Третий вопрос стоит 2000, и вы не потратили ни одной подсказки. В какой стране родился Микеланджело? Испания, Италия, Франция, Греция. У меня ужасное чувство, что придется спросить у зала. Я не хочу ошибиться, поэтому спрошу зал. Ладно, итак, зал, возьмите пульты. Вот ваш вопрос. Вопрос на 2000. В какой стране родился Микеланджело? Кнопка А. Испания, Б. Италия, С. Франция, Д. Греция. А, Б, С или Д? Вопрос на 2000. Голосуем. Четыре процента за Испанию, 89% за Италию, 6% за Францию, 1% за Грецию. Только не говорите, я так и знала. Да, я так и знала. Спасибо, зал. Мой ответ Б, Италия. Окончательный? Окончательный. И верный. У вас 2000 фунтов. Итак, Джен выиграла 2000 фунтов и сохранила две подсказки. Не переключайтесь. Мы продолжаем игру с Джен Рассел. У нее 2000 и одна потраченная подсказка. Вы были убить себя, готовы, да? Была. Не уверен, проверь. Для того и есть подсказки. Джен, я знаю, вы не материалистка, но какая сумма вам бы пригодилась? Что-нибудь повыше? Да. 2000 вполне хватит. Нет, Джен, честно. Было бы здорово выиграть 50, но это было бы чудом. Да, хотелось бы выиграть 50, ведь тогда будет свободная попытка. Что? Да у нас вся игра свободная попытка. Да, согласна. Ладно, у вас 2000 фунтов, а четвертый вопрос стоит 5000. И не забывайте о подсказках. На какой группе лежит в основе псевдонима Леди Гага? Вопрос на 5000 фунтов. U2, Queen, Rolling Stones, Eurythmics. Я не знаю ответ, но думаю, что это Б, Квин, Радио Гага. И я не хочу тратить подсказку, Крис, поэтому скажу Б, Квин, пожалуйста. Любите Квин? Да. Были на их концерте? Нет, не видела и очень об этом сожалею. Это была фантастика. Да, согласна. Думаете, вы правы? Надеюсь, что да. Вы правы, и 5000 ваши. Итак, в нашем зале сидит Гарри. Да. Улыбается мне. У вас двое детей и внук? Да, две дочки. Взрослые? Да. Бекки 35, Бетти 31. А моему внуку Саймону 7. И еще один на подходе. Да, Бетти будет рожать в мае. Ясно, у вас 5000 фунтов. Пятый вопрос может удвоить ваш выигрыш. И у вас еще две подсказки. Какой продукт по-итальянски называется помодоро? Какой продукт по-итальянски называется помодоро? Сыр, ананас, гриб, томат. Не знаю. Помодоро, помо.
Вряд ли это ананас. И вряд ли... Думаете, это не ананас? Нет, вряд ли. И вряд ли это гриб. И вряд ли сыр, да и на томат не похоже. В общем, я не знаю ответ. Поверьте, ответ здесь есть. Помодоро. Помо. Я, наверное, возьму 50 на 50. Ладно, компьютер, уберите два неверных варианта, оставив Джен один верный, один неверный. Остались ананас и томат. Сначала вы думали на них, а потом передумали. Что ж. Остался звонок другу. Вопрос на 10 тысяч. Что делаем? Не знаю. Хотелось бы угадать, но есть ли смысл гадать, когда есть подсказка? Я, наверное, позвоню другу, Крис. Ладно. Кто может знать? Кто знает итальянский? Я позвоню Джону. Джону, ладно. Кто он, кем работает? Он старый школьный друг Гарри и работает в издательстве. Он знает? Да уж побольше, чем я. Согласен. Итак, звоним Джону, задаете вопрос, даете варианты, один из которых стоит 10 тысяч. Алло. Джон? Да. Крис Таррент, добрый вечер. Добрый. Как дела? Спасибо, как вы? Не нервничаете? Стараюсь. Сейчас вы услышите Джен. Хорошая новость. Джон, вариантов ответа всего два. Один стоит 10 тысяч, другой нет. Ясно. Ясно? Да. Удачи, Джен. Ваши 30 секунд пошли. Привет, Джон. Привет. Вопрос про еду. Какой продукт по-итальянски называется помодоро? Помодоро. Ананас или томат? 100% томат. Спасибо, Джон. Не за что. Спасибо, пока. Пока. Мой ответ «Д». Пожалуйста, томат. Я так и думал. Чего хмуритесь? Огорчаюсь, что не знала ответ. Он может ошибаться. Сомневаюсь. Ответ верный. У вас 10 тысяч. Джен, у вас 10 тысяч, но нет подсказок. Очень жаль. Вы хотите на Галапагосы? Видимо, сперва придется подкопить. Почему туда? Я объехал полсвета, еще там не был, но очень хочу. Да. Из-за черепах? Да, и других животных. Хочется всех посмотреть. Там должно быть просто чудесно. Да, красота. Но надо чуть больше денег. Да, согласна. Тогда надо отвечать. У вас 10 тысяч, Джен, предупреждаю. Дадите неверный ответ, потеряете 9 тысяч фунтов. Но вы можете забрать 10 тысяч. А шестой вопрос может удвоить ваш выигрыш. Подсказок больше нет, но взгляните и решите, что будем делать. В какой области работает наборщик? Нефтеперегонка, банковское дело, печатное дело, кораблестроительство. Вопрос на 20 тысяч. Наборщик. Я не... Слово «набор» может указывать на печать. Вряд ли... Банковское дело. Сомневаюсь, что кораблестроение. Возможно, это нефтеперегонка. В ней я ничего не понимаю. Наверное, я буду рисковать, Крис, и... Если не угадаю... Прощайте, Галапагосы. И я отвечу... Наверное, С – печатное дело. Ответ окончательный? Да, С – печатное дело. Не нефтеперегонка. Возможно, и да. Вы всегда
Такая спокойная. Я выгляжу спокойной? Очень. Я хорошая актриса. Вы выиграли 20 тысяч. Итак, у вас 20 тысяч. Вы потеряете 19, если ошибетесь на следующем вопросе. Но этот вопрос даст вам несгораемую сумму в 50 тысяч фунтов. Ясно. Подсказок нет. Вы не обязаны отвечать на вопрос и можете забрать деньги, заработанные за несколько минут. Но седьмой вопрос очень соблазнительный. Он стоит 50 тысяч. Вы не обязаны отвечать, но попробуйте. В каком комедийном мультфильме главную роль исполняет семья Гриффинов? «Саус Парк», «Американский папа», «Царь горы», «Семьянин». Без понятия. Абсолютно. «Саус Парк». Что за «Саус Парк»? Ни один из них не смотрела. Слыхала про «Саус Парк», но про остальные нет. О, боже. Гриффины. В каком комедийном мультфильме? Я даже... Видимо, все это мультфильмы, раз такой вопрос, да? Один из вариантов стоит 50 тысяч фунтов. Я, наверное, заберу деньги, Крис. Хоть и очень хочется выиграть 50. Нет, я не знаю ответа, Крис. Просто не знаю ответа. Я заберу деньги, Крис. Ответ окончательный? Окончательный. Аплодисменты. Она забирает 20 тысяч фунтов. У Гарри за вашей спиной такая гора с плеч упала, вы видели. Хорошо, что так решили. Как бы вы ответили? Вы правда не знали ответа? Да, я понятия не имею, правда. Не видели «Саус Парк»? Да, я только о нем слышала. Думаю, я бы выбрала «Царь горы». А вот Гарри, сидящий за вами, думал, что это семьянин. Он мог знать? Мог, но не думаю, что он знал, но мог. И знал. Какая жалость. Семьянин был верным ответом. Плохо, что он в зале, а вы в кресле. Да, согласна. Но вы забираете 20 тысяч. Спасибо. Пожалуйста, аплодисменты. Я думал, вы проиграете. Спасибо. Хорошо, что выиграли. Большое вам спасибо. 20 тысяч фунтов. Итак, она забрала 20 тысяч, а у нас еще 9 претендентов, готовящих свой мозг и пальцы к соревнованиям. Прошу зал не шуметь, им надо сосредоточиться. А вот и следующий вопрос. Расставьте эти блюда по странам происхождения, начиная с Северной Америки и продвигаясь на восток. Попадом, тыквенный пирог, пицца, пирог с пюре. Кто-то выглядит спокойно, а кто-то в полном ужасе. Порядок очень простой. Начинаем с США, идем на восток. Первым будет американский тыквенный пирог, затем пирог с пюре из Англии, пицца из Италии и попадом из Индии. Вот верный порядок. Итак, кто из 9 ответил верно? Трое. И кто самый быстрый? Фил Мейхью за 5,2 секунды. Выходите, Фил. Привет, здоровяк. Готовы сыграть? Да, конечно. Ладно, идем играть на миллион.
Фил Мэйхью из Портсмута, что в Гэмпшире. Он бросил школу, чтобы стать управляющим в одном из магазинов знаменитой сети. А последние 3 года работает в продажах, убеждая людей подключать спутниковое ТВ. Сегодня в нашем зале за Фила болеет его девушка Рэйчел, сделавшая маникюр специально для съемки, но боится, что все обгрызет от нервов. Фил должен много выиграть, потому что хочет купить дорогие вещи. Пушистую собачку для Рэйчел, мощную спортивную машину для себя и новый дом. А на сдачу он хочет купить футбольный клуб Портсмут. У нас всего 1 000 000 фунтов, Фил. 12 вопросов, 3 подсказки, 1 миллион фунтов. Удачи, Фил. Мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?». И наш первый вопрос стоит 500 фунтов. Когда кто-то получает такое же плохое отношение, какое сам проявлял к другим, говорят, что он попробовал свое же что? Пиво, какао, карри, лекарство. Я думаю, ответ Д – лекарство. У вас 500 фунтов, Фил Мэйхью. Должен предупредить, что сейчас будет последняя возможность уйти ни с чем. Но этого не случится, ведь у вас 3 подсказки. Пользуйтесь, если надо. И второй вопрос даст вам несгораемую 1000. Темный оттенок какого цвета называют бутылочный? Красного, желтого, зеленого, коричневого. Ответ С – зеленого. У вас 1000 фунтов. Неплохо. На футбольный клуб Портсмут вы уже заработали. Остались машина и дом. Итак, купила 1000 фунтов и все 3 подсказки. Не переключайтесь. Фил Мэйхью преодолел первый рубеж. У него есть несгораемые 1000 и все 3 подсказки. Как вы работаете? Обзваниваете людей, чтобы продать тарелки? Нет, я останавливаю людей, бродящих по торговым центрам, и спрашиваю, не хотят ли они подключиться. Итак, Рэйчел хочет пушистую собачку, а вы хотите спортивную машину, новый дом и футбольный клуб Портсмут. Хочу. А еще у вас есть очень дружелюбный ротвейлер Арчи. Поэтому она и хочет пушистую собачку. Но ваш ротвейлер съест пушистую собачку, он же просто ее проглотит. Возможно. А за какой суммой вы пришли? Сколько хотите выиграть? Знаете, меня устроит любой выигрыш, ведь я вообще пришел ни с чем. Значит, уже. Да, 1050 будет вообще шикарно. Ясно. У вас 1000 фунтов, а третий вопрос стоит 2000. Не забывайте о подсказках. Где родилась Кейт Мосс? Гэмпстед, Кройден, Вилсден, Илинг. Ответ Б – Кройден. Точно? Да. Откуда знаете? Просто где-то слышал. Ответ верный, у вас 2000. Четвертый вопрос стоит 5000 фунтов, и у вас все так же 3 подсказки. Кого в палате общин по традиции волокут к креслу после избрания? Премьер-министра, спикера, лидера оппозиции, церемонимейстера. Ответ Б – спикера. Окончательный? Да. Ответ верный, у вас 5000. Приходя к нам, люди пишут о себе разную информацию. И в вашей анкете было то, что удивило всех девушек нашей студии. Он родился очень крупным, весил 5,5 кило. Видите реакцию? Бывает же. Ладно. Я просто хотел поделиться со всеми. У вас 5000 фунтов, а 5-й вопрос стоит 10. И вы даже не притронулись к подсказкам.
Биография какой знаменитости называется «Дорогая пышка»? Дона Френча, Робби Колтрейна, Джонни Вегаса, Джо Бранда. Я вроде знал, но сейчас на ум не идет. Можно взять подсказку? Конечно. Я спрошу зал. Итак, зал. Фил берет первую подсказку. Вопрос на 10 тысяч. Дело серьезное. Слушаем. Биография какой знаменитости называется «Дорогая пышка»? Кнопка А. Дона Френча. Б. Робби Колтрейна. С. Джонни Вегаса. Д. Джо Бранда. А, Б, С или Д? Голосуем. Семьдесят семь процентов за Дона Френча, один за Робби Колтрейна, 6% за Джонни Вегаса, правда, вряд ли он помнил бы, что писал биографию, а за Джо Бранда 16%. Процент очень даже высокий. Мне достаточно, я все равно хотел ответить А. Нет, не хотели. Нет, хотел. Мой ответ А. Дон Френч. Окончательный? Да. Я читал ее в прошлое Рождество. Гениальная книга. Ответ верный, у вас 10 тысяч. Шестой вопрос стоит, Фил, вы в двух шагах от 50 тысяч. И вы сохранили еще две подсказки. Какой соус делают из майонеза, огурчиков и каперсов? Бернез, соевый, камберленд, тартар. Ответ Д. Тартар. Вы что, шеф-повар? Мой папа. Уверены? Надеюсь. Ответ окончательный. Да. Вы правы. У вас 20 тысяч. Итак, седьмой вопрос. Джон, до вас выиграл 20 тысяч, вы можете выиграть больше. Седьмой вопрос стоит 50 тысяч, и это будет минимум, который вы сегодня заберете. Вы уйдете с чеком, в котором будет как минимум эта сумма, если вы дадите верный ответ. У вас еще две подсказки, чтобы не ошибиться, звонок другу и 50 на 50. Фил, предупреждаю, если ошибетесь, потеряете 19 тысяч, но всегда можно забрать деньги. Понял. Смотрим на вопрос и решаем, что делать. Седьмой вопрос. Из возможных 12 стоит 50 тысяч фунтов. В каком мюзикле есть персонаж мисс Аделаида? Плавучий театр, Юг Тихого океана, Парни и куколки, Карусель. В мюзиклах я разбираюсь плохо. Давайте позвоним другу. Ладно, кто может знать? Кто может знать? Можно позвонить Джону? Можно. А кто он? Это мой дядя. Дядя, понял. Где он? В Портсмуте? Да, он в Портсмуте, да. Звоним, задаем вопрос, даем варианты и... Сказать, что вопрос на 50 тысяч... Да, можно. Чтобы он сосредоточился. Потом можно убрать два варианта или вообще забрать деньги. Да, да. Посмотрим, что скажут. Алло. Джон? Да. Крис Тарант, добрый вечер. Здравствуйте. Как дела? Спасибо, хорошо. Помните, как обещали стать звонком другу? Да. Вот и стали. Ха-ха, какой вы веселый. Угомонитесь, Джон, вопрос серьезный. Вы понимаете, что значит мой звонок? С нами играет Фил. Да. Он застрял на одном вопросе, и вы можете помочь вашему племяннику выиграть 50 тысяч фунтов. Ничего себе. Сейчас вы услышите Фила. Он задаст вопрос и даст вариант ответа, один из которых стоит 50 тысяч. Все ясно? Да, конечно. Удачи, Фил, и ваше время пошло. Привет, Джон. Привет. В каком мюзикле есть персонаж мисс Аделаида? А. Плавучий театр. Б. Юг Тихого океана. С. Парни и куколки. Или Д. Карусель. Есть идеи?
Никаких. Совсем нет. Нет? Впервые слышу. Ничего, Джон, не переживай. Извини. Брось. Удачи. Пока. Тогда я беру 50 на 50. Ладно, компьютер, уберите два неверных варианта, оставив Филу один верный и один неверный. И что же теперь? Один из них принесет 50 тысяч, а? А другой отберет 19, Фил Мейхью. Что скажете? Рисковать я не буду, Рэйчел убьет. Судя по лицу, точно убьет. Я не знаю, Крис. Наверное, придется взять деньги. Я просто не знаю ответ. Не могу рисковать. 20 тысяч тоже хорошо. Вы правы, я не знаю, просто не знаю. Вам решать. Все, забираете деньги? Да, забираю. Аплодисменты. Фил Мейхью забирает 20 тысяч. Из-за вашей спины раздался вздох облегчения. Как бы вы ответили? Если бы сказали Рэйчел, мне на все плевать, я буду отвечать, и мой ответ... Парни и куколки. Это верный ответ. Я просто угадал. Да, ну угадали верно. Он забирает 20 тысяч фунтов. Спасибо, молодец. Спасибо. 20 тысяч уезжают в Портсмут. Еще одни 20 тысяч за день, а у нас еще 8 претендентов, разминающих свои пальцы и мозги, готовясь к нашему следующему вопросу. Прошу зал не шуметь. И вот наш вопрос. Расставьте этих звезд в порядке возрастания количества фильмов, в которых они снимались. Клифф Ричардс, Джеймс Дин, Лорел и Харди, Элвис Пресли. Кто-то отвечал быстро, кто-то медленно, а кто-то еще отвечает. Итак, вот верный порядок. Вопрос очень сложный. Джеймс Дин снялся всего в 3 фильмах. Клифф Ричард в 8. Элвис в 31. А Лорен и Харди в более чем сотне. Вот верный порядок. А вот кто ответил правильно. 7 были правы, а быстрее всех Джефф за 5,66 секунды. Привет, Джеффри. Привет. Хотите выиграть миллион? Да, конечно, хотите. Джефф Эштон из Ипсвича, что в Саффолке, работает пенсионным консультантом с тех пор, как в 16 лет закончил школу. 13 лет назад он сделал предложение коллеге по имени Энджи, и с тех пор она тоже носит фамилию Эштон. Но сегодня за Джеффа болеет его старшая дочь Донна. Он хочет свозить всю семью в Австралию и Америку, поэтому хочет выиграть приличную сумму. Но его мечта — выиграть столько, чтобы хватило на старость. О чем мечтают все пенсионные консультанты? 12 вопросов, 3 подсказки, 1 миллион фунтов. Удачи, Джефф. Мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?». И вновь мы задаем первый вопрос на 500 фунтов. Какие существа воркуют, каркают и кудахчут? Птицы, амфибии, рыбы, насекомые. Птица, Крис. Не буду спорить, у вас 500 фунтов. И последний шанс уйти ни с чем. Уверен, этого не будет, и вы получите несгораемую сумму. Но не забывайте о подсказках. У какой мебели, как правило, бывает откидная доска? Стул, стол, кровать, книжная полка. Это стол, Крис. Ответ верный, и у вас 1000 фунтов. Итак, Джефф, вы всю жизнь работаете пенсионным консультантом. Похоже на то.
Это весело? Иногда да. Это как? Ну, я же помогаю людям подобрать хороший пенсионный план. Но многим приходится продолжать работать. К сожалению, да. Потому что они живут дольше и, соответственно, не успевают накопить достаточно денег, чтобы хватило до конца их жизни. Вот и приходится перерабатывать пенсию. Ясно. Попробуем добавить вам денег. У вас 1000 фунтов. Сколько вы хотите выиграть? Меня любая сумма устроит, а 50 было бы супер. Все предыдущие игроки тоже хотели 50, но не смогли. Надеюсь, что вы сможете. Итак, третий вопрос и 2000 фунтов. Какая британская местность называется так же, как один город в штате Массачусетс? Плимут, Эксмут, Борнмут, Грейт Ярмут. Я не совсем уверен, но отвечу о Плимут, Крис. Ответ окончательный? Окончательный. Почему вы так ответили, если не были уверены? Потому что отцы пилигримы были из Плимута. Только поэтому. А другие названия не подходят. А ваша дочь думает, что Эксмут? Ну ладно. Она знает? Может, да, может, нет. Она мотает головой, она не знает. А вы знаете, и у вас 2000 фунтов. Вы верно сказали, Mayflower, отцы-основатели, все такое. Плимут, Массачусетс. А четвертый вопрос стоит 5000 фунтов, и сейчас вы в 9 шагах от миллиона. Не забывайте о подсказках. Какая поющая звезда приходится матерью актеру Джордану Фриде? Мэри Хопкин, Дана, Сэнди Шо, Лулу. Я не знаю ответа. Давайте спросим зал. Конечно. Итак, зал, прошу взять пульты. Вопрос на 5000. Какая поющая звезда приходится матерью актеру Джордану Фриде? Кнопка А. Мэри Хопкин, Б. Дана, С. Сэнди Шо, Д. Лулу. А, Б, С или Д? Вопрос на 5000. Голосуем. Три процента за Мэри Хопкин, 4 за Дану, 13 за Сэнди Шо и 80 за Лулу. Меня устраивает. Мой ответ Д. Лулу. Окончательный? Окончательный. И верный, у вас 5000 фунтов. Хорошо идете. Итак, сколько у вас? 4 дочери? Да, верно. Много денег уходит? Со временем, да. В смысле, со временем? А они делали папе заказы, когда он сюда пошел? Да, они очень обрадовались и ждут от меня подарков. Список приготовили? А ведь еще жена. Вам надо выиграть целое состояние. Да. Ладно, раз вы хотите в Австралию, Америку, Южную Африку, надо выиграть много денег. Сейчас у вас 5000. А пятый вопрос стоит 10. Суммы начинают круто расти, и падение будет болезненным. Сейчас вы можете потерять 4000, но можете удвоить выигрыш. На флаге какой из этих стран нет красного цвета? Япония. Греция, Канада, Дания. Мой ответ — Греция, Крис. Точно? Да, он голубой, а в остальных есть красный цвет. Ответ окончательный? Окончательный. И вы легко выигрываете 10 тысяч. Флаг Греции — белый крест на сине-белых полосах, а у Японии — красный круг, ну и так далее. Вы хорошо знаете флаги?
Просто запоминаю некоторые, а других не спрашивайте. А вот мой сын, он был бы отличным звонком другу. Он почему-то знает вообще все флаги мира. Странный мальчик. У вас 10 тысяч и две подсказки. А у нас шестой вопрос и 20 тысяч фунтов. Кем является знаменитая американка Эмили Дикинсон? Художница, поэтесса, пианистка, пилот. В жизни о ней не слышал. Значит, 50 на 50 вряд ли поможет. Да, наверное, придется позвонить другу. Кто может знать? Надеюсь, Рассел поможет. Кто он? Учитель музыки в школе Ипсвича. Ясно. Позвоним, а там посмотрим. Скажем, что вопрос стоит 20 тысяч, а потом вы сможете взять 50 на 50 или забрать деньги. Позвоним Расселу и посмотрим, что он скажет. Надеюсь, он знает. Алло. Рассел? Да. Крис Таррент, добрый вечер. О, здрасте. Здрасте, как дела? Спасибо, ничего. Итак, с нами играет Джефф. Он неплохо идет, но застрял на одном вопросе, стоящем 20 тысяч. Так. И сейчас вы услышите Джеффа. Он задаст вопрос и даст варианты ответа, один из которых стоит 20 тысяч фунтов. Понял. Джефф, удачи, ваши 30 секунд. Пошли. Рассел, кем является знаменитая американка Эмили Дикинсон? Она художница, поэтесса, пианистка, пилот. Джефф, боюсь, я понятия не имею. Понял, ничего страшного. Ладно, большое спасибо. Удачи. Спасибо. Можно взять 50 на 50? Да, компьютер, уберите два неверных варианта, оставив Джеффу один верный, один неверный. Что будем делать? Мистер пенсионный консультант, что скажете? Хороший шанс, 50 на 50. Да, один ответ даст вам 20 тысяч, а другой отберет 9. Ну, раз учитель музыки не знал ее как поэтессу, я отвечу «А, художница». Ответ окончательный? Окончательный. Он учитель музыки, и он не знал, что она поэтесса. Вы потеряли 9 тысяч фунтов. Вы самый смелый пенсионный консультант в мире. Он забирает 1000 фунтов. На русский язык программа озвучена компанией «Видеофильм ТВ» по заказу телекомпании «Стрим» в 2012 году.